Вы только гляньте, хлопцы, а с какой вмятиной к нам приехал этот Матис. Я думал, Матис маленькая, это четвертый Матис на наше СТО, просто такого еще не приезжал. Здоровый четвертый Матис, во. Наладишься, позвонишь мне, блядь, заебало. Ты чё, блядь? Мразь! Смотрите, хотите гайд, как сделать из такой фары? Вот такую фару. Давайте наберем 3 лайка, и я выложу гайд. Просто сравните. Новое, абсолютно. Ты что делаешь-то? Прекрати, не портись! Нет, это крутой лайфхак, смотри! С помощью трафарета мы можем делать любые аэрографии, делать любые рисунки на нашей буханке. И это будет выглядеть мега круто! Смотри, как здорово получается! Вау! Многие отдают за аэрографии десятки тысяч рублей. Ну а мы сделаем все сами, и получится не менее качественно. Можно делать буханки из разных цветов, из каких захочешь. Вот сейчас у нас буханка получится белая. Какой цвет у тебя находится под трафаретом, такого цвета и будет буханка. Теперь сделаем красную буханку. Вау! Причем красная буханка будет на белом фоне, как будто бы будет сливаться с тем фоном, который у нас уже здесь есть. Прикольно получается, смотри, а? Вау! Как же здорово получается! Это золотой цвет, ведь у нас лакшери теперь буханка. Такой нету ни у кого в городе, поэтому у нас золотой трафарет. И вот такой вот яркий и самый необыкновенный автомобиль у нас получился. Подписывайся на мой ТикТок, если хочешь больше таких приколов. Толщина мерам тут бесполезная. Почему? Ну потому что я ее все облазил в течение часа, ничего не найдет. Ну, человек должен знать, зачем едет в другого города. Я бы так не сказал, что ничего не найдем. Вот это крылышко, допустим, красилось. Ничего тут не красилось, молодой человек, давайте меня не будете разводить. Не, я не ничего разводил. Не красилось. Если, я вам полную историю, я вам еще раз если говорю. Если вы не хотите, я не буду недосмотр проводить. Не, проводите, но не надо, как говоришь, что крыло красилось. Не надо вот, меня вот разводить. Вот, смотрите, я вам показываю. Смотрите. Не надо мне ничего показывать. Вот, крыша. Да я же вас не ругаю, ничего такого, чего вы так воспринимаете-то? А, ну, вот, борт 238, два раза толщина краски. Ну, все показывайте хозяину, я не буду брать, не надо, блядь, я сам буду видеть. Ну, я понял, просто вы так воспринимаете негативно. Ну, просто вы не знаете, что с машиной было, а говорите, что она красилась. Она не красилась, машина. Да с завода такая пришла, она вся 200 почему-то по кругу, не знаю. Ну, только крыша вот не 200. Ну, крыша не 200, а вся 200. Я уже с хозяином разговаривал, когда... Даже шпаклевка есть. Не смотреть дальше? Смотрите, смотрите. Да почему разводила? Пойдемте, я покажу. Пойдемте, покажу. Пойдемте, покажу. Да не надо мне показывать, молодой человек. Она даже с этой стороны не была притянута.